Талантливые дети из многодетных семей получили награды. В ноябрьске подведены итоги благотворительной акции «Веломарш Экобум». Экспертная комиссия оценила работы детей и пришла к выводу, что отметить необходимо всех участников конкурса, так как каждый из них проявил себя творчески, написал увлекательный рассказ про свою семью «Ноябрьский Ямал». В подарок дети получили велосипеды, самокаты, ролики и предметы другого летнего спортивного инвентаря. Открывая награждение, глава администрации города Жанна Белоцкая поздравила всех собравшихся в зале с наступающим Международным днем защиты детей и напомнила о необходимости уважать и защищать право ребенка на полноценное и счастливое детство. А руководители общественной организации «Многодетные семьи» поздравили победителей конкурса «Лучшее портфолио-2013», который прошел в рамках проекта «Я и моя семья», и тоже подарили им ценные подарки.